Глава района Андрей Дорошевский вместе с коллегами проинспектировал ход строительства блока начального образования на 400 мест в Афипском лицее. Сейчас в здании идут работы по внутренней отделке помещений. Монтируют двери, каркасы для потолков и систему отопления. После завершения отделочных работ приступят к обустройству кабинетов, установят оборудование и мебель. Андрей Дорошевский еще раз обсудил вместе с подрядчиком график и сроки реализации объекта. Блок лицея должны сдать уже этим летом. Осмотрели не только внутренние помещения, но и прилегающую к школе территорию. Здесь работы по благоустройству только начинаются.